Приветствую, мы на западе Москвы, в районе Дорогомилова. И здесь от Украинского бульвара до жилого дома номер 11 по Кутузовскому проспекту проходит Малая Дорогомиловская улица, то есть она тупиковая. Недалеко от нее находится станция метро Киевская. Улица с одной полосой фактически для движения автомобильного транспорта в обоих направлениях, ну, это довольно узкая улица, даже двум машинам даже трудно бывает разъехаться. Ну и длина ее составляет около 400 метров. Вот. Ну, действительно, фактически тупик или такой внутридомовой проезд, как угодно. Улица была названа в 19 веке поблизости к Большой Дорогомиловской улице, которая проходит параллельно ей. Вот. И все, что здесь находится, это в основном гаражи и автостоянки. Вот. Ну и также единственный объект, который чистится по этой улице, это нежилое строение, в которое входят жилищные службы района и офисные организации. Это здание под номером 36. Все здания, которые, кроме вот этого строения по номеру 36, которое находится на этой улице, относятся к соседним улицам. Вот. Ну, улица небольшая, так что, в принципе, на ней сохранился фактически не отнесен только одно вот это здание. Ну, надо сказать, что, видите, номер 36, он говорит о том, что, скорее всего, когда-то на этой улице домов было намного больше, не относящихся, но со временем они, очевидно, были утрачены, и осталось только вот одно вот это здание, которое к этой улице относится. Вот, ну... Так, в принципе, будет желание сюда попасть, лучше всего дойти от метро Киевская, дальше пешком через площадь Киевского вокзала и Украинский бульвар. Ну и здесь вообще транспорт по улице не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.